Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тотем Паут, а в этом видео мы убиваем пустынного титана. Ну что ж, всем приятного просмотра. Озвучь. Там не летает. А, я понял, он не да, прыгает. Да, он там не летает, он там только, ну, да. Беги, беги, беги. Беги. Нихера тут, однако, быстро можно делать. Бегу, бегу. Ты меня видишь? Ага, FPS просила что-то. У тебя тоже проседало тут? Да нет, да я просто остановился. Давай, беги, 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 беги. Речь тут вода. У тебя тоже тут проседает? Ну, 37-35, вот так вот. Что-то жестко проседает. Сейчас налево, сейчас налево. Ага. Налево. Идешь, видишь меня? Иду, иду. Значит, вот он посрать остановился. Это как с дрейками. Ну да. Сейчас еще раз налево. Бери просто так, налево. Не надо ничего там придумывать, просто обходи по воде это все. По воде и беги вот так вот, как меня видишь? Uh-huh. Давай. Беги наверх, наверх. Uh-huh. Блять, можно было собрать. Да он опять остановился посрать. Беги наверх. Не набегается все. А, я понял. И туда, да? И вон туда вот. Блять, я что-то забыл прыгнуть. Я тоже. Здесь нельзя. На да? Радостях-то. Подожди, да, я соберу тогда только эту красненькую херню. Мне вот интересно, что тут будет. Ну, что-то хорошее. Пистолет и шапка. А тут вид, кстати, красивый. Даже скрин на память, ну, подожди, можно дай сделать. Я, дай я хоть гляну, что там, как оно выглядит, будет этот призыв. Призыв? К тому же сейчас подожди. А знаешь, как он выглядит? Призыв сейчас Вова увидит. Вот весь салют сейчас заберет. Ладно, блин, слушай, меня шито, затрясло, точно надо это делать? Да, немножечко такое есть. Уверен, да? Нет. Ты слышишь звук терминала? Давай, да. Уверен, да? Да, только нам по фасту придется. Раз, два, три. А, нас наверх сейчас ты. Да. Сеть на манагу, готов все. Так на манай. Да что ты будешь? Страшно-то как. Вот сейчас из-за того, что нервничаем, просрем. Не-не-не, не просрем, не просрем. Сейчас скажет, надо быть сотого уровня, да? Нет. Такового его одного там будет ночь. Мы вызвали монстра. Нет, сейчас меня не тэпнет, вот как было с мегапитеком. Ты что, меня взяли, то есть уже стоите 20 человек, и меня... Быстро тэпнуло. Так, смотри, смотри наверх. Нам надо. Нам надо на скалу, пацаны, на скалу забирайтесь. На любую. Мы его сейчас. Мы его сейчас с высоты будем дамажить. А, респу, Вов, ты респу-то поставил. А где я ставлю? Это пещера? Да где угодно. Где угодно, просто поставь его пошустрее. Все. Нихуя он большой, конечно. А ну-ка. Я по нему попадаю вообще, пацаны. О, я по нему попадаю. И я там тоже что-то попал. Ля, слышишь, дежавю, я уже видел эту картину. В последнее время я это дежавю. Ой, он стаю призвал. Ой, блядь. Нифига себе, FPS, хорошо. Конечно, с ним просело. Но аккуратно, 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 молнии. Он не такой страшный. Не попаду, наверное. О, прошел. Голем! А что тут большой голем делает, слышь? Какой большой? Большой голем, он у меня за спиной резнулся. Хорошо, я стоял в это время с кормом. Вов, ты его дамажишь? Я? Ну, пока я. А с чего дамажит? Манага и чем угодно. Чем-нибудь. Ты в респу поставил? Да, возле пещеры. Окей. Блин, ну тут как-нибудь так летает. Ну музыка классная, да? А где уж? Все, я не вижу. А нас и не надо видеть, чем мочить титан. Нас не надо видеть. Так надо меня забыть? Надо мочить титана, Вов. Это его просто... Его надо просто бить титана, Вов. Понял.
Ну, оно долетит или че? Не долетает, прикинь. Угу. Ракеты не долетают. Да, не долетают ракеты. И, видать, пули тоже не долетают. Давай я попробую его подморозить. Да, пули тоже что-то не хотят. Ой, на него сесть можно, слышь? Только я по ноль наношу. Короче, вы поняли, да? А это ускорением его бейте. Бейте ускорением. Ускорением бейте, замораживать не пытайтесь. Я прямо чуть в эту молнию не... О, базуку. Не долетел. Ну, ладно, будем так. Ну, вообще там базука-то летит. Не, я вот понять не могу эту манаву. Она приземляется, на нее агрится шипастый дракон, и в это время надо посрать. Как это работает вообще? Поняли, как дамажить его? А теперь надо застрять в горе. Ну, ускорением. Угу. Давайте ему на вас сосредоточиться. Блять. Отлично, да-да-да, ускорением. Все мочат. Ага. Он пока... Ай-яй-яй. Не, ну вроде справляемся. Ай-яй-яй, сука. Ну... Собьет парашют или крылья, помните, да? Да. Отойди, отойди, Толян. Отойди, я пытаюсь в него попасть. Да он улетает, скотина. Ой, молнии пускает. Надо было огнестрелом. Ух ты, вас тоже трясет, да? Ну это меня трясет, потому что он к вам летит. Ну да, есть такое. Ну-ка. Е. А у тебя урон вообще есть по ним? Проходит какой-то. Зато чтоб мы по тени попали, да? Ага. Вы стреляете, да? Да. Нам надо его завалить. Как понять, что он сюда молния? А увидишь. А шо у меня? Во, садись. Минус. Вова. Эта ошибка стоила тебе это... жизни. Понял, как эта молния атакует? Попробуй это... Толь, попробуй Вову найти, я не знаю. Вот он. А я возле пещеры. Не-не-не, да вот он валяется. Ну, это Манау туда. Ой, отозвать. Ах, он скотина, больно. Даня, сейчас я... Подожди, Вова, давай я тебя сейчас привезу просто. Блядь, пещера, сука, какую-то сторону. Я никак не запомню. Беги мне навстречу, только по правой стороне, там как-то пытайся сейчас. Я под скалой, где я у меня бегу. Ты пошел по левой стороне, что ли? Или ты пошел взбираться? Помню я ее. А он, кстати, до сих пор Манагу, кстати, дамажит. Ты видишь меня? А, вон тут. Вот, вот, бил-бил. Я Манагу отсвистел. Что? Манагу. Манага за мной к пещере бежит. Прием. К пещере? Давай. Обратно. Давай, мы тебя ждем в пещеру. Ага, это... Я тебе хочу сказать, что-то я к нему стреляю, стреляю с винтовки, ему пока не... Это пищу. Долго будет, никто не говорил то, что это будет быстро. Давайте, давайте. Я стал целью стаи. А стая вообще быстро убивает? Ну, она тебя с седла снимет и сожрет. Ой, не, иди нахуй. Как-то так. Больше не летит, так, иду обратно. Ну вообще как-то странно, у него там, блядь, что-то горит, блядь, какие-то. Может он, блядь, это самолет несекретная разработка. А ты знал то, что это и есть летающая база? Почти. Ну, дерись, блядь, Люфтваффе. Блин, ну-ка, а чё будет, если в натуре по одним пролетать, пока он молнии целится, он по себе сам нанесет? Да, он должен нанести, он вроде у меня наносил, я же когда на нём забрал.
Ракета, вот ракета не долетает. Правильно, я стал целью пить. Так, ну что, где там велик-то? Где там пулемет? И его, вези его на нашу эту гору, где ты помер. Он там как раз таки рядом с ней. Нам надо, придется отводить этого. Да, Дань, вот займись этим, отведи его пока что. Пытаюсь. Вот он как раз таки разворачивается. Ну блин, не достал. Нет, мы посмотрим, если он стрелять не будет, то обратно его в криопод засовываем, я просто так буду летать его просто. Не, ну чё, вон он, ты, Вован. Вов, это ты, Вован? Нет. Не, ну чё, Дань, мы же на скёрче валили на вивернах титанозавров. У них что-то там похожее количество хп вроде. Ну или у них по 100 тысяч, но это же реальный шип. И урон у них, кстати, урон у них был вообще чудовищный. Помню, я застрял в нем случайно. У меня, блядь, 50 хп, 50 хп на вилле осталось. Велик у меня, надо выложить. Давай, выкладывай, я пока... Выкладывай, мы пока это агрим ее. Опять цель ставит. Не, ну это хорошо, что у меня парашют, конечно, казалось. Так я и да, говорю, мы ж подготовились. Чё, в чем прикол? Что пока ты летишь, ты успеешь сообразить, что ты выпал из седла. А ты не успел крылья активировать? Не, я их как-то и не пытался активировать. Мне было интересно парашют использовать. Так я подождал, пока я упал. Мою теорию о падении испытать, да? Какую? Ну так я же сказал, надо парашюты. А, ну... Я никогда парашютами не пользовался, мне интересно стало, как им пользоваться. Ну да, меня один раз скидывал с парашютом на скёрч. У меня ж на скёрч этот идиот скинул, только он меня низко скинул, поэтому я даже пусть не... Вован тут сооружает. А ты велика тоже взял, да? Отстой. Тоже взял велика, да? Нял. Ай-яй-яй-яй, да твою мать, не застревайся. А на кого, на диких? А, кого, турель? На все, на все да. Цели. Похрен. На все цели. Там у тебя все равно мало кто водится. Ну, у него там вообще отсыл совсем никто не водится. Ну, а этого чмошника видно. И ставь на дальнюю. Угу. Давай, давай. Где, в Монаге? Да, Монаг. Так, окей, все, спасибо. Анатолий, твоя очередь. Давайте. Блять, я цель ставлю, блядь. Все, давай, я лечу, лечу. Ну-ка, давай. Чертеж на винтовке офигенный я добыл. А ну, кстати, ты не хочешь проверить, может быть, эту теорию? Нам надо. Не хочешь проверить реальность? Ну-ка, я отсюда попаду. А ну? Не, не попадает. Попадает. От вас в натуре попадает? Да. Блин, ну давайте встанем. Ну незначительно. Мать, нормально. Нормально. Так, где моя Монага? Опа. Блин, там Монага. Блин. Я отсутствую уже. Меняемся. Это моя, это моя, моя. Моя. Спокуха, пацаны. А чё, нормально, ты летаешь на Монаге, я стою. Кстати. Видишь? А ну, иди, побери меня. Он не дает мне. Вместе давайте, кстати, это не собираться, окей? Немножечко зачем? Совсем немножечко. Я сяду на тебя. Будешь пролетать, я буду стрелять.
Даня, ты где? Да я тут стреляю. На столе? Да. Периодически. И у меня неплохо получается, кстати. Поэтому советую ко мне не подлетать. А на столе его нормально дамажит? Нормально. Ой. Очень нормально. Да. Да блин, сядь. Конечно. Отдача такая, я тебе хочу сказать. А хрен с отдачей, мы же все равно попадаем. Как сказать, с отдачей как раз таки не попадаем. Да блин, опять меня целится. Что, 135? Не, мы тут нехорошо начали с винтовым стрелять. Давайте вместе не собираться в одном месте, ладно? Угу. Чтоб понимать, на кого молнию. Так, на меня. На кого там? Так это неплохо. Будь что это рассказывать потом. Выключу. Нет. Бочку сейчас меня дам. Меня не отстрелит. А я еще молнии еще помечу. Я вот. Вот я. Ты первый, да? Я второй. Давай чуть дальше. Вон под дерево. А ну и хер с ним. Давай. Закидывай. Загружай. Бонус трайба потратили немножко. Где ты там? Ты добавил, не скинул. А, блин, точно, точно, сейчас. Вот это хорошо, что ты напомнил. Ну, блядь, конечно, я стою, жду, блядь, патроны, конечно. Нет, ты мне дал патроны, я не добавил. Да-да-да, на. Что ты мне, блядь, дал? 141. Я думал, это тут нормальный дробовик. Пиздец, ты чё, рофлишь, что ли? Если у нас этого вообще долетит. Не долетит, надо его к вам агрить. Ёба. Ой, Вова, а молния. Поскольку ты нашу, просто так живко он не молнии не летит. К наш, не только у нас будет. Чего? Тебя убил Титан. Таким образом. Давайте вилиться. Нормально, в принципе. Да, мы оба с молнией. Мясо сам сыпал себе. Да. Мы собьем этот самолет, да? Ты ебаная, блядь, на самом деле нацисты. В натуре. Мир, блядь, мемы там про Третью мировую войну, да, сбиваемся. Молния, молния. Да, сука, по-моему, не передо мной же. На мне молния. Нормально. Вова. Я стреляю, если что, видишь? Давай, давай, вижу. О, на меня согрелась молния вроде. Вот в небо смотришь, прям FPS-ом так похвастаться можно. Перезарядочка. Молния, молния на мне. На мне тоже.
Да блин. Чё ты? Да велик стреляет по мне. Откуда у нас велик? Вон, я по 24 попадаю. Разбросом. Я пока еще дробашу могу добавить. Ну, перезарядка. Мы его почти завалили. Там вообще по всему дому еще начнется. Так, у меня блин, три выстрела, последний выстрел. Да ё-моё, опять на мне молния. О, я качнул урон теря по 190 именно. По 190 это уже вкусно. Это я, если что, пытаюсь дробашем добавить. А ты можешь ее сюда подвести? Ну, он вообще не знаю. Давай, надо. Ну, алло, блин, ну теперь все рисунки, не хочется скины сбрасывать еще. Молния. На мне. Делаем все, мы подносим этих. Да опять что ли? Опять молния. Он там практически в вас влетел. Да, 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 я знаю. Я вот хочу сейчас. Ой, я стал целью. Блин, вот не вовремя я стал целью стаи. Да не парься ты по поводу этого. Стаи проходят. Как тебя зовут? Да с этого. Сняли? Вертолета попал, что ли? Нет. Лука. По 95 урон. И че нихера он так низко чё-то. Это я сейчас еще с дробаша пытаюсь добавить. Так, с гранатомета-то теперь можно пострелять. Да. Да кто там напал? Какой Карл? Тебе что делать нечего, Скорпион? Лови, сука. Лови, падла. Умри. Чё, не вкупку? О, летит, летит, летит. Летит стая. Давайте, мужики. Давай, давай, хавай, хавай. А точно, с Монаги прям по нему бей, пока он у скалы. Давай. Да фигня все. Вов, молния. На тебе молния, Вов. Сейчас он ему вдогоночку пытаюсь. Так, сдвисните ракету, пускай. Сдвисни, блядь, говорю, вот ракета летит. Так, где не вижу. Да, конечно, над тобой прилетел. Она не долетела. Ну, не долетела. Я стал целью стаи. И по нему попасть по 248. И фактически, считай, как полтора укуса моей ревья. Давай, получи, скотина. Да ты заебал, блядь, убивать. Вон, он в скале летит, да? Да. Окей, я сейчас еще... В смысле? Ну, в прямую, блядь, она заебала меня убивать, когда она без этой самой, без надписи. Сейчас. Я упал под респу этих чей. Свистну. Ой, а ей-то больно на ей вверх. Потому что 4000 осталось. А для этого и была создана. Ау. Для того, чтобы ей было больно, мне тоже будет плохо. Нет, нет, Вов, молния на тебе. Так, это кто? А, это мой. Господи. Кто? Это мой. Да в натуре. Ну, давай, just do, на нафиг.
Интересно, сколько опыта дастся Вивер? Нам вообще до хрена опыта дадут, ты это знал? Не знал. Откуда мне знать, если я ни разу босса не убил? Считай, это твой босс. Сколько осталось, Вован? Час. Да ты по нолям ему. Да надо хоть как-то пока он к скале 5800. Не полетит. 5800? Да. Да ему вообще ничего не осталось. Он сейчас умрет. Если меня, если я целью снова выставлю. Скинуться, может он это к скале подлетит, что? Ой, я стал целью стаи. Он к скале не хочет вестись. Ой, я прям вижу, как у ГМ. А прикол у ГМ в него упадет. Если вдруг это... Но если такое случилось. Это как звезда на тебя в террарии играется. Я, кстати, по 95 хреначу сейчас. Я по 190. Луком. Я стал целью стаи, но мне похрен. Остальное. Ты тоже стал опять. Да он заколебал, может он поближе как-то подлетит. Вот-вот-вот опять. Она ко мне подлетела, только без надписи. Хорошо, что я заметил. Тихо-тихо-тихо. Я стал целью стаи. Четыре сорок. Ебать! Давай, добиваем. Я его... Давай, мы его убили? Падает, да. Так грамотно, изучено. Ебать, он меч. На мясо. Стой, а у меня что ничего не написало? Это все что ли? Стоп, а ты взял вот с него? Не было с него ничего. Да есть с него вот. Нема. Он был. В нем. В нем нет. Должен. Тут он тебе вид какой-то обещал. Ищите. В небе никакой сумочки нет. Тут тоже нет. Вован, а тебе дали тыкенграммы? Нет. Мне тоже. Мне дали. Дали? Колян, ты его дал. А, мне дали, и мне дали все, у меня все в инвентаре. Мне и вещи дали, мне и этот, и мне инграммы. Мне дали тег меч. Чертеж. Мне дали штурмовые штурмовая броня. О, дробовик хороший, хороший дробовик мне дали. Так это. Слышишь, мне вернули боеприпасы, которые элемент дали. Ну, это не то, что тебе дали, это нам по сути дали. А почему у нас тыкенграммы-то не открылись? Вов, обычно у всех открываются. Наверное, потому что его я убил. Да. Ну-ка, я модно выгляжу, наполовину что ли. Погоди, а какие тебе дали тыкенграммы? Сейчас скажу. Так не убейте меня там что. Тег рельсотрон, тег вот это вот хранилище теговское, тег генератор, тег кормушка. Так, что-то еще. Тег репликатор и тег батя. И все? Да. Ну, смотри, смотри, Вован, тег репликатор получается есть, тег генератор есть, да, еще? Реплика этот? Жилку делать? Репликатор это нет, это чтобы делать вообще просто. Да я понятно. Господи, Вован, это верстак. Так что, репликатор, а генератор еще, да? Да, репликатор, генератор, кормушку, ботинки, рельсотрон, вот мне интересно, что это такое. И... Это снайпа, который сквозь пробил текстуры. И хранилище, ну там, tag dedicated storage.
Ну, ты теперь понял, чем ты заниматься будешь? Ты делаешь репликатор. Да, ты делаешь репликатор, делаешь генератор. Ты ж это открыл. Не будет больше нехуй кому. А что еще? Не, подожди, там же Vivi еще вещи нужны. А Vivi мне дали вот чертежи на работу под мастерия. Вот эта херня, как ну, щит. Кстати, смотри, Лаван, неплохо так. Щит для меха. Мрум дали. Ну, плохие чертежи, смотри, Лаван. Ну, на тег ботинки чертеж, на тег шлем чертеж, смотри-ка. На штаны тегаски, на меч тегаски. Да. Нам еще плюс меховую, вон элемент дали. Ну, о, а еще самое главное, башка. Башка моя. Я же его убил. Я его убил. Там было написано, ваш хаят убил. Это... Если ты досмотрел этот ролик до конца, то ты просто красавчик, потому что я тебя очень за это ценю. Именно за то, что ты поставил лайк, подписался на канал, оценил мои труды. Ну что ж, всем удачи и всем пока.